не снижать бдительность. Как в республике противодействуют коррупции, в органах власти обсуждали сегодня члены республиканской комиссии. За что чаще всего наказывают государственных и муниципальных служащих? И в какой сфере еще необходимо усилить контроль? Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Национальный план противодействия коррупции в республике реализуется успешно. И это показали итоги прошлого года. В регионе количество финансовых махинаций и фактов получения взяток сократилось в разы. Но все же это не повод расслабляться, отметил Михаил Игнатьев. Что люди вопросы коррупции на сегодняшний день ставят на первый план. Основные работники, государственные служащие, муниципальные служащие, они честно выполняют свои функциональные обязанности, стремились и стремятся выполнять все нормы действующего законодательства. Антикоррупционная политика становится жестче, проверки проводятся чаще. Только в прошлом году были наказаны порядка 40 госслужащих и более 150 работников муниципальных администраций. Нарушителей карают крупными штрафами, лишают премий и увольняют. По результатам проверок госорганов по решению главы республики, администрации главы организованы антикоррупционные проверки в отношении 5 служащих. В ходе данных проверок установлены факты несоблюдения этими служащими требований к служебному поведению. К 4 служащим применены дисциплинарные взыскания, 1 служащий уволился со службы до применения взыскания. За коррупционный факт могут принять даже неправильно поставленную запятую в нормативном акте. Чаще всего работники органов власти оформляют некачественно документы, нарушают правила госзакупок, а кто-то забывает сдавать дорогостоящие подарки, что положено по закону. Члены комиссии обсудили и проблему растущей задолженности за аренду имущества. Как показывает практика, муниципальные власти не торопятся расторгать договора. Вы санкции никакие не предъявляете. Хотя в одностороннем порядке можете расторгать договора. Это потому что деньги, которые должны работать на благо жителей любого муниципального образования. Если в районах у нас 27 миллионов за год задолженность на начало года 2018, то по городам у нас эта цифра почти 700 миллионов. Конечно же, основная цифра формируется у города Чебоксары. На повестке дня и вопросы противодействия коррупции в сфере ЖКХ. Специалисты жилищной инспекции выявили десятки нарушений. Управляющие компании в одностороннем порядке увеличивают квартплату, неверно определяют объемы тепла. В республике продолжают распутывать и коррупционную аферу компании «Коммунальные технологии». Ее долги по-прежнему растут. За 3 года увеличилось в 6 раз. Да, руководствуясь всеми решениями комиссиями, соответственно, различными комиссиями, были проведены проверки относительно этой организации, соответственно, и работа была проведена. В жилищной инспекции предлагают открыть расчетно-кассовый центр, который позволит свести на нет возможность хищения платежей за услуги ЖКХ. Глава республики поручил проработать этот вопрос в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.